музыкальные коллективы, диджей, фуршет и, конечно же, гости. Все это – открытие нового салона красоты Плеханова Бьюти. За 6 лет работы он влюбил в себя более 15 тысяч клиентов. Начать вообще про нашу историю. Мы стартовали, конечно же, в городе Улан-Удэ, но у нас уже есть салон красоты в Москве, а также в городе Новосибирске. Мы занимаем очень хорошие позиции, у нас обслуживается большое количество звезд, и жены депутатов, и чиновники, и мы являемся, так скажем, лидерами во многих отраслях, которые оказывают в бьюти-услуги. Я думала, ты в Москве. Я вот приехала вчера. Какими судьбами ты здесь, в этом салоне? Меня пригласила Ксения. Вы смотрите новости на ТВ. Меня зовут Анастасия Шакжиева. Здравствуйте. Да, я сама являюсь клиентом, и мне очень часто делали ботокс волос. Как здесь цены? Как здесь качество? Качество на высшем уровне. Цены, я считаю, очень доступные. Плеханова Бьюти – это качественный сервис и профессиональные мастера, продукты премиум-сегмента. Салон предоставляет большой спектр услуг – маникюр, педикюр, наращивание ресниц, макияж и главная фишка – процедуры по уходу за волосами. Например, кератиновое выпрямление превращает волнистые и пористые волосы в идеально гладкие и прямые. Эффект держится до 6 месяцев. Ой, на самом деле эта процедура реально меня спасает от пушистости. Выпрямляет волосы, то есть не надо тратить время на утюжок, на укладки. Работают преподаватели специализированные, то есть у нас есть государственная лицензия. Мы даем хорошее качество услуг и, соответственно, подготавливаем кадры в свои же салоны красоты, которые скоро, я уверена, будут по всей стране. Почему нам стоит вкладывать себя, ухаживать за собой, когда мужчины говорят, что мы и без этого прекрасны? Как ты думаешь? Покажите мне хоть одного мужчину, который скажет, что ухоженная женщина некрасивая. А мужчины, им что, встал, помылся, и все уже красиво. На самом деле мужчины должны кое-что не знать, да, мы должны втайне от них все равно делать все эти процедуры, они также должны считать, что мы и так красивые. Станьте королевой красоты вместе с Плеханова Бьюти. Смолина, 67, корпус 2, цокольный этаж. И я считаю, что женщина должна вкладывать в себя не для того, чтобы нравиться мужчине, а для того, чтобы нравиться себе, потому что мы прекрасны.